Еще одна трагедия с журналистом в Киеве. Киевская полиция подтвердила смерть Александра Щетинина. Его обнаружили на балконе квартиры с огнестрельным ранением головы. Полиция нашла стреляную гильзу, травматический пистолет и предсмертную записку. Двери в квартиру были закрыты. Следов посторонних не обнаружили. Полиция возбудила дело по статье «Самоубийство». Александр Щетинин – основатель информационного агентства «Новый регион», которое в 2014 году разделилось на уральскую и украинскую редакции. Журналист оказался от российского гражданства в пользу украинского. Он переехал в Киев. Добавлю, что в 2014 он выступал с подозрениями в адрес России после воссоединения Крыма. Но это не преминули отметить комментаторы в социальных сетях, естественно. О мертвых говорят либо хорошо, либо ничего. Поэтому ничего. Отмечу только, что 2 года назад он боялся самоубийств патриотов в Крыму, но застрелился сам. В Киеве. Какой ироничный плевок судьбы.